Павлодаре прошла региональная конференция медиаторов, где они обсудили вопросы развития данного направления. Особенности региональной медиации и пытались составить портрет идеального медиатора. Подробнее в следующем сюжете. Метод урегулирования споров, при котором независимый специалист помогает сторонам достичь соглашения, называется медиация. Активно развиваться в стране он начал 11 лет назад. В текущем году Ассоциация Международная Академия Переговоров проводит ряд региональных конференций. Павлодарская область стала пятой по счету. И на сегодняшний день мы прибыли сюда, в Павлодарскую область, с целью ознакомления с местным экспертным сообществом, с тем узнать о том, каким образом развивается институт медиации здесь, на какой стадии все находится, и то, над чем нам стоит поработать вместе с нашими коллегами по цеху. Основная наша задача – это ознакомиться с текущей ситуацией здесь, понять то, где у нас болит, определить основные векторы развития, обсудить с коллегами то, что нам стоит улучшить в данном направлении, и понять то, где мы можем быть полезны друг другу. Приняли участие в беседе медиаторы со всего региона. Спикеры конференции рассказали им, что применение медиации происходит и в спорах по гражданским, трудовым, семейным и иным правоотношениям, а также по уголовным делам небольшой и средней тяжести. Институт медиации очень сильно хорошо развивается по всей территории Казахстана. Это как и внесудебный, так и досудебный порядок примирения, процедура примирения. Когда в очаге зародыша мы могли бы искоренить конфликты. По части защиты прав потребителей хотелось бы рассказать, что очень много процедур медиации проводится по защите прав потребителей, не доводя дело до суда. Лично в моем опыте 80% точно процедур медиации мы закрываем вопросы по защите прав потребителей. Также поднимались темы развития медиации в Казахстане. Практикующие специалисты поделились своим опытом и видением этого будущего. Были затронуты вопросы и общего уровня самой альтернативной системы урегулирования споров и медиаторов. В частности, была предложена идея создать общую методологию по подготовке правильных кадров. Это один из тех моментов, которые мы хотим сейчас прояснить должным образом, поскольку есть порядка 60 ассоциаций в Казахстане, которые предоставляют эти сертификаты, осуществляют обучение профессиональных медиаторов, но на сегодняшний день точное количество мало кто может сказать однозначно, и качество тех медиаторов, которые ныне присутствуют на рынке, требует качественного роста. В странах, где медиация развита, если верить статистике, более 90% спорных ситуаций, рассмотренных с помощью медиации, разрешаются успешно для конфликтующих сторон. По словам спикеров, именно к таким показателям они стремятся. Ермек Сапаров, Арман Якупов, Ертыс Ахпарат.